Времяпрепровождение. С вами Козел Альпийский. Сегодня сниму с этой стороны загон свой. На прошлой неделе с этой стороны снимал, сегодня с этой. Вот самка такая. Сегодня уже доилась, нет, не знаю, не помню. Вон они такая. Волосы такие. Вот такая вот самка. Продолжает за ней бегать. Видите, она хвостом виляет. Ну, а я точно знаю, что она покрыта, поэтому это, не знаю, какой-то гормональный сбой. В общем, вот я снимаю свой сарай, как он выглядит снаружи, вот с этой стороны. Видите, вот у него металл с этой стороны, с торцов металл находится. Здесь висит вот такая цыганская штора, вот там какой-то детеныш стоит, видите, он ножки, ручки приподнял, он там боится выходить. Сейчас вот немножечко потеплело. Вот эти дни предыдущие стоял страшный минус. Вот, поставил. Вот он. Ну, он не выйдет, наверное. Они довольно дикие. Вчера видел детеныша здесь. Посмотрим, есть он здесь сегодня. Нет, сегодня здесь нет его. Как видите, вот сколько уже 4 дня прошло. Ролл практически не погрызан. Наверное, может, и на 2 недели его хватит. Посмотрим, такие роллы еще не было. Это очень крупно, видите, он такой большой. Обычно роллы были намного меньше, эти очень большие. Может быть, и на 2 недели. Предыдущих, которые еще с осени были, с прошлой, с лета, их хватало на неделю.